Губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области, внесшим вклад в развитие муниципальных образований Верхневолжья. Мероприятие состоялось в преддверии Дня местного самоуправления, который отмечается 21 апреля. Подробности в нашем сюжете. В здании регионального правительства состоялась торжественная церемония вручения государственных и региональных наград, приуроченных ко дню местного самоуправления. На официальном уровне праздник проходит 12-й раз. Торжественное мероприятие началось с поздравления губернатора Тверской области Игоря Рудени, который отметил, что сегодня в органах местного самоуправления Верхневолжья работает много достойных профессионалов. Тех, кто вносит вклад в эффективную реализацию национальных проектов, программ по развитию экономики, модернизации социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры, формированию современной среды для жизни. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что богатейшая история отечественного местного самоуправления – это история становления и развития сильного, единого российского государства. Очень важно, чтобы мы сегодня с позитивных изменений в населенных пунктах продолжался и в некоторых случаях развивался и начинался путь к новым большим успехам нашей страны. Верхневолжье всегда славилось сильными традициями местного самоуправления и выдающимися людьми, посвятившим себя служению людям. Игорь Рудени адресовал слова благодарности членам избирательных комиссий и сотрудникам органов местного самоуправления за работу в период выборов президента России в марте 2024 года. Губернатор наградил председателя избирательной комиссии Тверской области Валентину Дронову, которая была удостоена благодарности президента Российской Федерации. Ведь эта награда не только моя, это награда 10 тысяч членов участковых комиссий, территориальных комиссий, которые организовывают на территории области все выборы, начиная с федеральных, которые только недавно завершились, это выборы президента, региональные и, конечно же, многочисленные выборы в органы местного самоуправления. Ирина Степанова, председатель Думы Пеновского округа, около 40 лет посвятила работе в местном самоуправлении. Отмечает, что правильно выстроенная коммуникация с населением – одна из важнейших задач ее работы. Ирина была награждена знаком губернатора Тверской области во благо земли Тверской. Это все депутаты, они помощники главы. Ни один вопрос не решается без депутатов. Будь то поставить новогоднюю елку или помочь, вот сейчас, как у нас СВО, да? Ну, любой вопрос. Мост отремонтировать, дорогу. Глава региона поблагодарил представителей муниципалитетов за самоотдачу и труд, особо отметив работу по оказанию помощи бойцам на передовой и поддержку семей участников специальной военной операции. Всего в процессе торжественной церемонии вручили 21 награду.